года значительно возрос риск дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. С целью предотвращения таких ситуаций сотрудники областного и городского управления ГАИ проводят профилактические мероприятия. С начала года с участием детей произошло у нас 37 дорожно-транспортных происшествий. Это на 30% больше, чем в предыдущем году. Во время сегодняшней встречи с учениками первых классов Запорожской гимназии номер 71 работники ГАИ напомнили ребятам основные правила дорожного движения, провели викторину, участники которой получили призы. С первоклассниками пообщалась и представитель криминальной милиции по делам несовершеннолетних. Она рассказала гимназистам, что необходимо сделать, чтобы путь из школы домой был безопасным. А во дворе гимназии была устроена мини-выставка машин ГАИ. Данная акция именно способствует тому, что дети больше запоминают не только как в теории они услышат что-то, да, а они смогут на практике почувствовать, как и что вообще, что из себя представляет правила дорожного движения. Такие воспитательные мероприятия в гимназии проходят систематически и дают ощутимые результаты.